Остановка с озвученным названием «Поперечка» стала жителям близлежащих домов буквально поперек горла. Мусор, бумаги, бутылки, битое стекло. Буквально пару лет назад по этой дороге еще ездили автомобили. Сейчас автовладельцы боятся, берегут шины. Здесь и останавливаться не хочется. Снег растаял, а вот накопившийся под ним мусор – нет. И с каждым днем его все больше. Жильцы близлежащих домов говорят – свинство из-за магазина. Молодежь покупает алкоголь, а бутылки бросает здесь. Да и лавочка на поперечке стала местом для вечерних посиделок. По словам пенсионерки Валентины Куликовой, по соседству за забором раньше располагалась некая подстанция. Ее работники следили за прилегающей территорией. Сейчас окна здания заколочены, на воротах замок, и уборкой никто не занимается. Жильцы сами наводят порядок. Но, как видно, делают это редко и не особо старательно. Дело в том, что мы почистили, ветер как дунет, эти все пакеты, вся бумага летит к нам. И все, звонили мы в заводское, к диспетчеру, несколько раз звонили, и дочь звонила, и говорила, что будем жаловаться. Мы примем меры. Какие меры приняли, не знаю. Спасение в грязи утопающих – дело рук не только самих утопающих. В муниципальном бюджетном учреждении Кимдор нам сообщили, за уборку поперечки отвечает одна из городских организаций. Она получит выговор за недолжное исполнение своих обязанностей. К тому же в Кемерове проходит месячник, посвященный уборке остановочных пунктов. Все павильоны приведут в порядок к празднованию Дня города. А с уборкой поперечки обещали все уладить незамедлительно. Честно сказать, остановка в периферийном части города, в частном секторе, куда, ну, заходим уже после основных магистральных улиц и дорог. Поэтому, к сожалению, до нее еще дорожники не успели дойти. Электротранспортная еще не все со своей стороны в том разделе, что от нее требуется сделать. Поэтому, учитывая ваше замечание, справедливое замечание, я считаю, поэтому эта остановка сегодня уже будет прибрана от мусора. Покрасим мы ее чуть попозже. Остановку, может, приберут и даже покрасят. Вопрос, надолго ли? Ведь, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Максим Аблендер, Дмитрий Шилов, новости моего города.